Друзья, всем привет! Сегодня пришла посылка из Китая новая. Наконец-то пришел чехол на мой новый телефон LG G2. Пришла она неожиданно как-то быстро для меня, всего 3 недели. Потому что в последнее время посылки шли очень долго, больше месяца. А эта посылка пришла всего за 3 недели. Ну, видно, она маленькая. Как-то они ее быстрее оформляли или как, не знаю. Поэтому так быстро. Так, вот он наш чехольчик. Чехол у меня был подобный на моем прошлом телефоне Samsung Galaxy Note 2. Заказал такой же, но только уже для LG G2. Очень он мне тогда понравился. Это копия чехла Spigen, фирменный чехол. Оригинал стоит очень дорого. И, соответственно, я заказал копию. Всего стоит она, по-моему, 4 бакса. Выполнен он очень хорошо, мне нравится. Состоит из двух частей. Вот такая вот силиконовая, черная, основная часть. И пластик. Можно выбрать любой цвет. Он вот так вот вставляется и, собственно, должен хорошо сидеть на телефоне. Все вырезы присутствуют. Под кнопки задние. Вот это только не знаю зачем. Динамики, зарядка. В общем, все есть. Надпись такая Slim Armor. Фактура вот этого пластика, он такой матовый и немножко с такими вкраплениями какими-то. Ну, прикольно смотрится на самом деле. Сейчас я попробую телефон вставить в этот чехол. Так. Вставляется тяжеловато. Так, вроде вставил. Вот как он смотрится. Конечно, телефон стал толще. Так. Ну, в принципе, вот так вот смотрится сейчас телефон с чехлом. Конечно, нужно привыкнуть еще. Он чехол достаточно объемный. Но смотрится неплохо, я считаю. И главное, что этот чехол совсем дешевый. Ну вот, собственно, на этом и все. С вами был Дима. Всем удачи, всем пока.